стартует сезон ремонтов. Стройки. И мы поэтому приехали на Ждановичи. На строительную выставку. Пойдемте смотреть, что и почем тут продают. За скидочку. Смотреть светильники, потолочные люстры здесь от 80 рублей. Очень долго смеялась. Вот эта обезьянка стоит 200 рублей. Сатурны идут с пультом от 85 рублей. Диодные лампы идут от 145 рублей. Стрековые светильники и накладные. Люстры от 315 рублей. По мебели пройдемся. Тут есть сразу барные стулья 183, 164, 168. Банкетки либо пуфики по 160 рублей. Вот стол Румба. Можно купить образец со скидкой 10%. 603 рубля. Маленький столик обеденный за 198 рублей. Идем разбираться с сантехникой. Вакуум-лайн. Смесители здесь идут от 100 рублей. 600 рублей тумбы и 200 рублей вот такое зеркало. Умывальники здесь абсолютно разных форм, разного дизайна и стартует от 182 рублей. По поводу обоев. Есть скидки и на фото обои. 80-90 рублей. И вот просто трубки по 20-30 рублей. Рулоны от 5 рублей, дальше 10 и 15. Включайте по тропикам 49 рублей. Распродажный стенд. Здесь тоже обои идут от 20 рублей. Электрик Валерий Вапаев идет смотреть розетки. Здесь у нас переключатели и розетки от 4,5 рублей. Найден ламинат от 17 рублей за квадрат. 43 рубля. Но здесь идет от 48. Смотрите, это вход в торговый центр «Град», и вот тут вот прям сразу павильон 103. Идем смотреть лакокрасочные. Краски для внутренних работ от 25 рублей. Пропитки от 12 рублей. Баллоны с краской от 8 рублей. Антисептики для обработки материалов как внутри, так и снаружи от 10. Адрес Тимирязева, 123, корпус 1. Это строительная выставка на Ждановичах. Вывод такой, значит, лучше, чем шататься по всему городу в разных магазинах. Приезжаем сюда, в одном месте все и по хорошим ценам. Да, цены здесь реально выгодные.